На днях прошло немалозначимое мероприятие для каждого ценителя серии игр о Зове Долга. По окончанию первого этапа бета-тестирования хочу показать вам свои надумки и впечатления. Итак, для тех, кто не знает, о чем я говорю, я хочу рассказать вам, что же такое бета-тестирование Call of Duty Infinite Warfare. Это когда ты в ожидании бета сидишь в меню весь день, и вот тебе уже кажется, что осталось чуть-чуть. 3, 2, 1... Пиздец. Это когда все хейтеры кода вдруг решили в нее сыграть, в итоге поставь сервера в далекое-далекое. Это когда лицемерные стримеры сидят в меню полтора часа, страдая херней, и в то же время код занимает второе место в списке игр на Твиче. Это когда код все же из симулятора меню превращается в сносный динамический шутер. Это когда ты сыграл 2-3 игры и сервера упали на всю ночь. И даже когда утром они заработали, они все равно лагали. Это когда проснувшись, ты смотришь стримы весь день по колде, ибо у тебя нету PlayStation 4. А потом ревешь в подушку. Это когда ты узнаешь, что в игре есть классические оружия, и более того, вторая интервеншн. Просто разрыв шаблона. Это когда спустя 3 года вернули нормальный снайпинг. Это когда у тебя вылетает игра, и ты не можешь присоединиться обратно, но вдруг... Это когда ты не можешь кемперить, ибо на карте просто нету мест для этого. Погодите-ка... Это когда ты пытаешься набить нюклер с рарного ружья, но тебя все равно убивают. Ай, там трое... Это когда из-за кривой системы матчмейкинга тебя убивает MLG Крохи, и ты... Я не могу играть в эту игру! Бомбишь. Это когда она идет в 60 FPS без проседов. Естественно, не на ПК. Это когда из взаимодействия с другими вещами на карте, по типу всяких там яблок, арбузов, бананов, ну не с апельсинками. За что? За что? Я увижу вот эти апельсинчики или что это, короче, что-то там цитрусовое. Ты в него будешь выстреливать, и оно не будет там разрываться нихуя. Это когда... Так, все, мне надоело. Думаю, вы поняли. А теперь подпишись, поставь лайку, если любишь кот, как я. Пока, пацаны. Серьезно, лайк поможет мне не скатиться.